На железнодорожном вокзале Челябинска после ремонта представили обновленный кассовый зал. Теперь он открытого типа, то есть без стекол, которые занимали много места. Это позволило сделать первый этаж гавани для поездов и просторнее, и светлее. Что еще изменилось после реконструкции, Кристина Дайнека побывала на вокзале. Добрый день, я хотела бы приобрести билет до станции Шмурон для родителей. Наталья Полищук в числе первых, кто оценивает новый кассовый зал. К девушке в гости часто приезжают родители. На вокзале она покупает им билеты на поезд. Раньше приходилось стоять часами в очереди, но теперь система как в банке или МФЦ. По талонам. По словам женщины, это экономит время. Мне нравится. Мне нравится удобно. То, что еще сделали талончики. То есть ты сидишь свободно, ждешь, никуда не торопишься, не стоишь в этих очередях с детьми, с мамочкой. Вот сели, посидели, дождались своей очереди и пошли купили билет. На вокзале демонтировали старые и поставили новые стойки. Они без стекол. Для удобства ожидания установили 120 сидений. А для пассажиров, которые торопятся и боятся опоздать, есть терминалы самообслуживания. В кассовом зале у нас работают кассиры-консультанты, которые помогают в выдаче электронных талонов пассажирам. Также информируют пассажиров по какой-либо информации, справочной. Такие нововведения – только начало масштабной реконструкции. В течение года на вокзале Челябинска установят справочное бюро, стойки для зарядки гаджетов и электронные табло с информацией о прибытии поездов. Мы заменили систему освещения в кассовом зале. Были проведены работы по реконструкции входной группы центральной. Был увеличен тамбур, заменены тепловые завесы воздушные на более современные. Было реконструировано крыльцо с установленными пандусами с нормативным уклоном. Отремонтируют и другие помещения вокзала. Преобразится медпункт, камеры хранения, санитарные душевые комнаты. Работы планируют закончить в декабре этого года. Кристина Дейнеко, Андрей Михалюк, Анастасия Кныш, Георгий Крысанков, ОТВ.